Привет, девочки, мальчики, здравствуйте. Короче, что я хотел сказать. Мысль у меня такая опять появилась, Некоторым хочу паникерам сказать, которые паникуют, что YouTube закроют. Вы не паникуйте сильно. Понимаете? Что хочу сказать, девочки, мальчики. Ну, блокнут YouTube в России, да? А для чего тогда VPN вы загружали? Для чего VPN вы загружали? Просто так, что ли? Включите VPN, будете выходить через VPN. Чё расстроились-то? Я вот понять не могу. А? Точно так же будете зарабатывать деньги. Чё вы паникуете-то? Я понять не могу. А? Одна там сахар, то есть в магазине скупает. Ну, по 50 килограмм бабки. Ну, как будто у вас, извините, ягода поспела, а сахара немая. Господи. Это вообще уму непостижимо. А? Вот сидят вот, блядь, паникеры, ёб твою мать, блядь. Я вот понять не могу. Чего ж так сидеть, паниковать-то? Я понимаю, там и это в Америке там прикроют YouTube, да? Это я понимаю, да, пропадет. Ну, в Америке-то не могут его закрыть. И во-первых, что хочу сказать. Вы загрузили VPN. Пользуйтесь. И все. Вот вы сидите, плачете, идите, твою мать, ладно? Какие-то вы все трудные. Буду пить дальше кофе. Прям не могу. Вас учи. Да, все, всем пока. И опять тут, девочки, мальчики, мое топливо. Ой, топливо. Ой, березка. Сережкина березка, где ж? Скорпионская березка. Ой, какие березки, ну там гнездо, друзья мои. Вон она, я же говорю, белка скачет. Я как вот в лес иду, и белки, и сразу белки. Они просто скорпиона любят. Вон она, прям на этом. Вон она, вторая, одна там, вот она. Вон они, по дереву, по деревьям. Кур-кур. Вон, как она прыгает. Вы замечаете, да? Так кур-кур-кур. Смотрите, ой, побежала. Там вот еще тоже одна. Они только по березкам бегают. Господи. Ой, короче, вот так вот. Кстати, ребята, мысль одна была на мне еще. У меня каждый день мысль. Это как вот, знаете, как... Я... Как это... Шерлок Холмс, девочки, мальчики, как Шерлок Холмс. Он только эту трубку брал, а я вот кофе, вот так. Это вообще, понимаешь? Ой, я прям не понимаю, девочки, мальчики. Это же прекрасно, живешь и живешь себе. Дышите, мил мои, свежим воздухом. Самое главное... А, еще что хотел сказать. Попался мне один этот видосик, где там, извините меня, в ТикТоке. Да, в ТикТоке. Такой прям вот...
такие прям вот смелые, смелые. Вот. Мы это всех тырым-пырым, растыпырым, куры-муры-дуры. Господи. Вы на камеру все смелые, когда выпускаете в ТикТоке видео. Да? А на самом деле-то вы диванные шлюхи, проститутки. Ой, как-то так, девки, мальчишки, не обижайтесь на правду. Правда бывает либо горькая, либо не горькая. Ладно. Ой, я прям не могу. И не смотрите вот этих хлорок, не надо. Хлор... Лучше купите в магазине хлорки. И это, короче, почистите немножко. Будет чисто. Да. И все будет налажиться, налажиться. Да, девочки, мальчики. Все налажится, все будет, короче говоря, тип-топ. Да-да-да. Да, и не верьте вот в эти слухи, херухи. Я, знаете, что хочу сказать? Я таких видосиков могу настрогать по 500 штук, бляха-муха, и выставить. И люди, вы поверите, да. Но я этого делать не буду, милые. А ну мне не... Зарплату мне не прибавит. Да. Хоть закатывай глаза, хоть не закатывай. Да. А тут такие прям вот лапки белочки ставите. Господи. Одна там тоже, прости господи. Ей такие прям вот верующие. Боже ты мой, твоя мать. Я аж плачу, ёб твою мать. Ну, от жалости. Ой, ну ты злой румын. Господи, то есть это я. Да. Все, мил мой. Любви вам, удачи. И мира. Не верьте тем вот роликам, которые на самом деле хуйня, прости господи. Я понимаю, там 2-3 погибло, 4-5. Ну, ну и это чё? Ну. Кто, вот, знаете, кто сейчас правду скажет вам, девочки, мальчики, все, ладно. Это следующая история будет.